Аманобиштам стапитами набутале, своям рупа кадамахиам дадати сва падантикам, ванча калпа тарибаша крипа синду певача, падитанам паване био башна вебио намонамаха, джая шри кришна чайтанья прабху нитананда, шри адвайта гадатара шива сади гаура бхакта вринда, харе кришна 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 харе харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале, Шримате Бхактивиданта Свами Нити Намине, Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Пашьята Дешатарине. Намо Махаваданьяя Кришна Према Прадаяте, Кришная Кришна Чайтанья Намине Гауратвише Намаха. Шрила Прабхупада Ки. Всем собравшимся преданным ки. Грантарад Шримад Бхагаватам ки. Нитай Гаура Премананде. Харе Кришна. Так, дорогие преданные, мы читаем Шримад Бхагаватам, 8 главу первой песни, стих 33, комментарий Шрилы Прабхупады мы услышали, мы постараемся что-то сказать. Комментарий в книге Бхагаватам Шрилы Прабхупады всего 6 строк, но за полчаса мы были свидетелями, слушали, что Шрила Прабхупада сказал очень много сгущенного нектара, дал и знания глубокого, реализованного. Этот стих продолжение серии, сериала «Нектара молитвы Кунти Деви». Шрила Прабхупада любил эти стихи. Он дал замечательные лекции. У кого нету, очень рекомендую слушать. Есть новые переводы этих лекций. Всех этих лекций. Аудиопереводы тоже есть. Шрила Прабхупада начал с того, что он сказал, что «Яда яда хи дармасья глани бхавати Бхарата». Вот этот стих Бхагавад-гиты, 4 главы, Господь Шри Кришна говорит, что он приходит с двумя целями. И Шрила Прабхупада объяснил, что эти две цели – это защищать преданных и наказать или проучить демонов. И в других местах Шрила Прабхупада про демонов говорит очень серьезно, что они существуют. И, естественно, Кришна является источником знаний, которые дает Шрила Прабхупада. В Бхагавад-гите есть глава 16, где Кришна сам говорит, что есть демонические натуры, есть божественные натуры, да, природы. То есть природа означает, так рождается человек. То есть когда человек появляется на этот свет, через некоторое время уже можно увидеть природу этого человека. Природа или божественная, или демоническая. Да? Кали-югу особенно очень много демонических рождений. Почему? Потому что варна-санкара рождаются не из семей преданных. Зачинаются дети не с сознанием, что это должен быть преданный, да, Господа, а с сознанием кошек, собак, животных, в пьянке и еще других состояниях. И поэтому, естественно, люди рождаются в дремотном состоянии, тоже несчастные, больные, безрассудные, да, мало разума, здоровье короткое, и все плохое, жизнь короткая. Поэтому это все очень сильно вводит в этот мир хаос. И Шрила Прабхупада сказал, очень хороший пример привел, что чаша весов, если вот, например, мы поставим на одну сторону богатство, на другую сторону бедность. Чем больше будет богатство, тем уменьшается бедность, да, правильно? И наоборот. То же самое, духовное богатство, если увеличивается в нации, в народе, в миру, тогда уменьшается бедность, духовная бедность, то есть материальные страдания. Духовная бедность приводит к материальным страданиям, потому что люди духовно бедные, они совершают всевозможные грехи, не зная об этом. А когда они в знании,
что есть правильно, что нет, они начинают становиться богатыми. Духовно, естественно, бедность материального мира и страдания уменьшаются. Шрила Прабхупада сказал, нужен баланс, гармония. Да? Баланс человеческой цивилизации должен быть баланс. Баланс означает, насколько он объясняет и в других местах, то, что люди должны иметь и материальные потребности, и духовные, и не только материальные. В материальном мире обусловленные души 100% заняты материальными потребностями, то есть еда, сон, самооборона и совокупление, больше ничего. Да? То есть душа фактически спит и не действует, потому что душа какие-то импульсы желания изъявляет, как объясняется в шастрах. Я хочу блаженства, я хочу вечности, я хочу знания. Но тело грубое и тонкое не позволяет, и человек занят тем, что как животное занят, и просто обороняет это тело, совокупляет тело с другими телами, защищает как-то и ест что-то, чтобы поддерживать тело, и спит, чтобы тело отдохнуло. То есть это все касается тела. Душа абсолютно не воздействована, да, не воздействована. Поэтому в шастрах говорится, душа спит у обусловленной души. Она просто уложена какое-то неограниченное время в сон. И Шрила Прабхупада продолжает свои комментарии замечательные. Он говорит, что мы души на самом деле, но как-то мы попали в это тело. Вот эти четыре вида основных занятий и являются нашими занятиями. Но душа на самом деле голодная. Душа голодная. И Шрила Прабхупада приводит пример птички. Очень хороший пример, что птичку если не кормить, только думать о клетке, птичка погибнет. Даже если эта клетка золотая, птичка погибнет. Птичка – это душа, а клетка – это на самом деле тело. Вот. У моего друга еще есть другой пример, свой собственный пример, пример аквариума с мутной водой, преданный он. И в аквариуме есть золотая рыбка, но поскольку вода мутная, рыбки не видно. А эта золотая рыбка – это душа, да? Что нужно делать, чтобы рыбка была видна? Нужно запустить кран с чистой водой в аквариум, да? И закрыть кран с грязной водой, которая течет. Грязная вода – это четыре принципа греховной жизни, да? Чистая вода – это Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И через некоторое время, если мы закрываем кран с грязной водой и запускаем кран с чистой водой, то это чистая вода как-то очистит воду, и рыбка будет видна. То есть мы поймем, что мы души. Да? Вот эта золотая рыбка есть душа. Вот этот анекдот или этот пример имеет много вариаций. В течение 30 лет я слышу от них новые вариации. Он очень успешно проповедует людям, когда говорит о душе именно по этому примеру. Да? Очень интересный пример. Вот. И Шрила Прабхупада сказал американцам, обращался в Лос-Анджелесе, сказал, у вас, у американцев, все есть, деньги, автомобили, возможности в сексе, все в изобилии, еда, но вы не заботитесь о душе, значит, вы ничего не знаете, это значит глупость, foolishness, да, глупость. И дармася глани, значит, истинная обязанность, это когда душа занята духовной деятельностью. Душу нельзя удовлетворить чем-то материальным. Нужна духовная пища. То есть человек голодный, духовно голодный. Поэтому ищет извне какое-то удовлетворение. Да? Когда душа насыщается духовной энергией, духовной пищей, духовным знанием, духовными отношениями, ощущает полное удовлетворение и поэтому не ищет уже извне, да, удовлетворенности. И Шрила Прабхупада сказал, обусловленные души больные, если человек болеет, нужна диета и лекарство. Лекарство это Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе. И Шрила Прабхупада вот этот
стих процитировал Нивришата Ашарь. Это знаменитый стих Бхагаватам. То есть в этом стихе говорится, в 10 песне, 4 стих говорится, что тот может наслаждаться Кришна-катхой, который Нивриттаташар, значит, он не имеет уже склонности к материальному наслаждению, да? И чувственные наслаждения, они притупляют фактически душу и не дают ощущать духовный вкус. Просто притупляют раджа-гуна, тама-гуна. Они просто не дают ощущать вкус, и поэтому душа несчастная, в погоне за этими гунами, раджасами, тамасами, душа не может выйти на свет. И Шрила Прабхупада сказал, что Бхагаватам имеет именно очень сладкий вкус, и Харе Кришна Махамантра тоже имеет сладкий вкус, потому что они оба Бхагаваты. Бхагават значит то, что касается Верховной Личности Бога, да? Его имя, его игры, они очень сладкие. И когда человек больной, он должен принимать вот это сладкое лекарство и постепенно очиститься. И Шрила Прабхупада немножко напомнил нам, что ученые глупые, это очень важно. Духовный учитель, когда говорит, кто глуп, кто умен, для нас он должен быть авторитетом. Мы не должны думать, почему Шрила Прабхупада говорит о ком-то плохо. Он указывает путь, с кем нужно общаться, чтобы не попадать под влияние глупых ученых и глупых личностей, которые всякую чепуху, как сказал Шрила Прабхупада, пишут и дают надежду. Вот через некоторое время, сейчас осталось полгода или год, мы изобретем то, что вечную молодость даст вам и все вопросы решит, все буквально вопросы, да? Я помню, мой дедушка в 82-м году оставил тело, ему было 82 года, и постоянно слушая голос Америки, он любил слушать голос Америки по радио, он говорил, вот сейчас 31 марта они будут бить по Советскому Союзу, уже объявлено, или 28 апреля. И каждый месяц он вот как бы всегда опасался, вот уже вот, потому что американцы уже заявляли, сейчас через месяц будем бить, или через два месяца. И люди всегда держали страхи и собирали деньги на вооружение и так далее. Разные эгоистические цели. То есть реклама и глупые ученые, и глупые такие цари, они всегда людей держат в напряге, чтобы люди платили за их чувственные наслаждения. Да? А потом, когда они играют где-то в Монте-Карло в казино, 10 миллионов долларов проигрывают, только они знают узким кругом. Да? Но эти деньги они собрали от народа. То есть фактически полностью обман Кайтава Дарма, эта материальная цивилизация. И Шрила Прабхупада защищает нас от обманчивых этих настроений ученых, которые всегда обещают, но не делают, потому что они не могут просто найти противодействие материальной природы. Шрила Прабхупада сказал о людях, которые говорят, дайте нам хлеб насущный, это тоже очень для нас поучительно, потому что хлеб насущный просить – это обычное явление от Бога. Сознающий Кришну человек не просит от Бога ничего, даже хлеба не просит. Наоборот, хочет давать Богу, служить Богу, да, давать, кормить. Да? Интересно. Я не видел нигде, ни в какой религии, не слышал, не читал, по крайней мере, может быть, вы читали или слышали, так скрупулезно, где готовят и предлагают божествам, как у нас, да? Это просто невероятная, да? Преданность, что вот так аккуратно, чисто, да, вот, и готовится с любовью, и такие восхитительные блюда предлагаются Богу, потому что Бог достоин этого, да? Потому что Он личность, Он может принимать пищу. Нету знания у людей. И Шрила Прабхупада сказал, одно из моих любимых тоже мест, вороны и лебеди. Это очень хорошее сравнение. Бхагаватам есть это сравнение, делает сам Шукадева Госвами. Вороны и лебеди. Вороны – это материалисты, атеисты, а лебеди – это преданные. И сюда приходят лебеди, сказал Шрила Прабхупада. Вороны пойдут в какой-то клуб смотреть какой-то стриптиз. Да? Вот это есть тоже сравнение с Шрила Прабхупадой. Да?
Вот. И мы можем превратить ворон в лебедей, сказал Шрила Прабхупада. Они будут так плавать, и рукой Шрила Прабхупада так показал, вот, как лебеди могут здесь плавать в сознании Кришны в блаженстве. Да? Вот. И лебедь — это чистый, это символ чистоты. Да? Лебедь очень красивое тело имеет, белый цвет, очень грациозную походку. И лебедь всегда ищет чистые места. Самое главное — привычки чистые. Ищет чистую воду, чистые места, чистую пищу. Вот. И еще лебедь сравнивается с парамахамсами, потому что хамса значит тоже лебедь. И парамахамса значит тот, кто отделяет молоко, извлекает, то есть воду извлекает с молока, то есть разделяет воду с молоком, то есть не смешивает. То есть Парамахамс – это личность, которая именно настроена на извлекать нектар, да, своего существования, и везде видит Кришну. То есть воду оставляет, молоко высасывает. Молоко – это Кришна, да, а вода бесполезна, если речь идет о религии. Демоны тоже пьют воду, но у них ум не прибавляется. А молоко дает человеку религиозность, само молоко способствует. И Шрила Прабхупада сказал, дхарма значит постепенно превращать ворон в лебедей. Да? То есть истинная дхарма — это сознание Кришны, которое постепенно проповедует это движение, и вороны превращаются в лебедей. И Шрила Прабхупада еще очень смиренно, он сказал, я не могу собаку сделать преданным, у меня нет такого могущества, но Господь Шри Чайтанья Махапрабху мог это сделать, это Бог. Вот. И когда Шрила Прабхупада говорит, что один чистый преданный может спасать целую вселенную, мы должны понять, что это идет речь об ачарьях, о таких личностях, которым он сам является. И в комментариях Шрила Прабхупада говорит Бхагаватам, что перечисляет ачарьев и говорит Шрила Бхагаватам, Сарасвати Прабхупад и другие. То есть мы должны понять, что такие личности очень редки, которые могут целую вселенную спасать, как Шрила Прабхупада и все наши предыдущие ачарьи. Мы тоже имеем какие-то духовные потенции по мере преданности, но сравнивать себя, например, с ачарьей – это оскорбительно. Оскорбительно. И Шрила Прабхупада сказал, причину тоже объяснил, что Васудева и Деваки очень сильно аскезы делали, много жизней, несколько жизней, и они очень хотели, чтобы Кришна явился их сыном. И Шрила Прабхупада часто это акцентирует, чтобы мы поняли, что Кришна не приходит специально демонов убивать, это попутное явление, да? Кришна приходит удовлетворять своих преданных, порадовать, защищать и удовлетворить. И попутно убивает этих демонов. Да? То есть главная причина удовлетворения преданных. И про демонов Шрила Прабхупада привел пример Хираньякашипу, который так ненавидел преданных, особенно своего сына, который был лучшим среди преданных, Прахлада Махараджа, пятилетнего мальчика, хотел отравить, убить, уничтожить. Потому что природа демонов – это так, что вот когда он видит преданных или что-то связано с Кришной, или с Вишну, или самого Вишну, хочет сразу отрубить голову, убить, уничтожить, просто впадает в яростный гнев. Демоны – вот такие личности, у них есть природа. Не знаю, к моему счастью или сожалению, я видел таких людей и тоже видел, как они уничтожаются Кришной. Но Кришна не сам уничтожил, он просто кого-то послал, несколько человек, и просто человека убрали с поля игр. Да? Вот. И они были очень в свое время могущественны, но мы должны понять, что это все временно. Приходит время, и за все грехи человек отплачивает. Даже в этой жизни явлено, а в следующей уже не знаем, уже что будет там, но точно будет не очень хорошо с демонами. Но в форме Господа Шри Чайтанья Махапрабху даже демоны, майавади, всякие негодяи, они спасаются просто по милости Господа Гаура Нитая. И Шрила Прабхупада про Христа сказал, что Христа распяли, хотя он просто добра хотел.
потому что демоны очень завистливые, у них такая природа. Они не могут увидеть чистоту и не могут переварить, что есть святые, и поэтому распяли Христа. И поэтому говорится, что личность, которая не имеет соответствующей квалификации, как Каништха-тикари, и даже Матхьяма-тикари не хочет общаться с завистниками, с демонами. Каништха-тикари просто не может определить, кто демон, кто преданный, а Матхьяма-тикари может определить и не общается с завистниками, с демонами. То есть Каништха-тикари беззащитный преданный, потому что ничего не может определить, да? Общается с теми, которыми не нужно общаться. А Матхьяма-тикари определяет и не общается с завистниками или с демонами. Вот. И пока мы не на этом уровне, мы не должны как бы думать так. Вот знаете, Господь Чайтанья сказал, что мы со всеми должны общаться. А это Уттама-тикари обычно так общаются, не попадают под влияние. Да, не попадают под влияние. А Матхьяма-тикари сторонятся, а Каништха-тикари просто не могут узнавать, как общаться. Поэтому нужно иметь знания, как определять, с кем как общаться. А то мы будем сильно загрязняться, попадать под влияние. Особенно во время распространения книг нужно правильно быть сконцентрирован, чтобы не иметь влияния от демоничных людей. Это определенный опыт, искусство, которое приходит со временем, если человек серьезный. И в конце Шрила Прабхупада сказал, что Сура Двишам, именно Кришна, просто убивает этих демонов, просто без своего личного присутствия. Просто ветер может миллионы демонов убивать, да, цунами, да, и все. И эпидемии, землетрясения, ветер, голод, это все является оружиями Кришны, которые, не приходя сюда, просто приказы дает, и материальная природа сразу устраивает всякие вот побои, и войны и так далее. Да? Фактически природа это действует под надзором Кришны. И Шрила Прабхупада в конце сказал, что мы должны стать преданными и развить в себе качество преданности. Это естественное качество преданного. Какие есть качества у преданного? Он смиренен, он скромен, он не склонен к насилию, у него нет ложного эго, преданный всегда свободен от затягивающего влияния материальных привязанностей. Преданный отлично понимает, что старость, рождение, смерть, болезни являются злом, да, и так далее. 20 качеств преданного Кришна, Бхагавад-гите, Господь Шри Кришна называет в 13 главе, именно с 8 по 12 стихи, называет знанием. Он говорит, помимо всего этого, это не знание или невежество. Но есть там одно качество, самое главное, это преданность, искренняя, горячая преданность Кришне, именно Кришне. Если человек имеет искреннюю, горячую преданность к Богу, Кришне, у него могут развиться все другие качества, как смирение, скромность, отказ от насилия, принятие духовного учителя и так далее. Это все очень важные качества. Вот. И как сын имеет к отцу естественную привязанность, так и преданный естественно молится Богу и всегда зависит от Бога. Поэтому Шрила Прабхупада сказал, тот, кто игнорирует Бога. Даже ученые иногда, они молятся Богу, потому что приходят какие-то страдания. Но когда уходят страдания, они наглеют и начинают игнорировать Господа. И Шрила Прабхупада сказал, для этого материальная природа наказывает их дальше, пока не поймут, что Дживеря Сварупа Гая, Кришнера Нитя Даса, мы вечные слуги Кришны. И не будут действовать в таком духе. И если мы будем так действовать, как Шрила Прабхупада обучает, мы достигнем очищения и совершенства. И нужно всегда помнить, что каждое слово ачарьи это несет благо, и благо мы получаем больше, когда следуем его словам. Вот. Сначала мы просто наслаждаемся его катхой, нам нравится, потом начинаем вспоминать эту катху в течение дня.
Потом мы начинаем медитировать, как его слова исполнить дело. Потом иногда получается, иногда нет, исполнить его наставление. И постепенно, постепенно более стабильно получается, если мы практикуем постоянно с верой, с терпением, со смирением. И постепенно по мере очищения приходит момент, когда человек больше следует и больше получает вкуса. И Шрила Прабхупада, зная об этом, очень терпеливо ждет, пока мы полностью не предадимся его лотосным стопам, его наставлениям. Для этого нужно обязательно читать книги Шрила Прабхупады, участвовать в миссии распространения книг и очень-очень серьезно повторять святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Шрила Прабхупада ки. Всем собравшимся преданным ки. Нитай Гаура Премана.